привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в куколок Лол. Кстати, а ты любишь куколок Лол? Если любишь, обязательно ставь лайк, а мы начинаем. Это что у нас за хо-хо-хо комната? Подождите-ка, у меня не было такой надписи на стене. Давайте посмотрим, тут вроде как должно было быть обновление. И они украсили весь дом в сердечках. А, кажется, я знаю. Они к Дню Святого Валентина готовятся. Точно-точно. Да-да-да, ты угадала. Привет-привет. И тебе привет. Давай посмотрим, что здесь еще новенького. Цветочки расставили, шарики расставили. Очень красиво. Кстати, и что, и снег пропал? Давай-ка проверим. Реально снег пропал? Да в смысле? Я в окно смотрю, у меня везде снег. А у них уже ничего нету. Это интересненько. Так, ладно, давайте посмотрим, что здесь еще новенького. Кстати, а вот это мороженое здесь можно как-то есть или нельзя? Нельзя мороженое есть? Очень жалко. Ладненько, без мороженого так без мороженого. Пойдемте тогда посмотрим на второй этаж. И вдруг там тоже какие-то обновляшечки появились. Так, а кстати, куколок новых у нас нету. Что? Что, простите? Здесь... Ага. Я так понимаю, что мы всех куколок нашли, наверное, раз здесь так светится. А сейчас вот здесь посмотрим, да, мы нашли всех куколок и всех питомчиков, как жалко. Так хочется, чтобы у нас еще были новые питомцы. Ладно, пойду съезжу на другой этаж и посмотрю, что там. О, смотри, сколько девчушек собрались. Привет-привет. Да-да-да, и вам привет. У вас так красиво, и бриллианты валяются, что? Можно я их подберу? Так, а как открыть эту комнату? Чтобы открыть комнату, нужно играть в мини-игры. Ну ладно, надо так надо. А это что вообще за мини-игра? Что-то новенькое. А, это кидать мячик и выбивать всякие штуки-дрюки. Это мое самое нелюбимое же. Зачем вы делаете такие игры? Зачем, которые я не могу пройти никак? У меня они постоянно не получаются. Ну хотя, по-моему, получилось. Первый уровень пройден. При этом всего лишь два мячика я использовала. О, так это я молодец, мне уже начинает нравиться. Мне вообще, когда я выигрываю, всегда нравится, если честно. А когда проигрываю, то не очень, ой. Так, я так понимаю, что нам здесь надо собрать бургеры и мороженое. А бриллианты лежат просто, чтобы меня с ума сводить. Чтобы я на них отвлекалась, все понятно. Ладно, 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 сейчас попробуем... собрать то, что нам нужно. Итак, нам остался один пончик, хотела сказать. А это ведь и не пончик вовсе, а бургер. Ладно, давайте попробуем пройти эту игру и открыть новую комнату. Потому что новую комнату очень хочется, если честно. Как же мы без комнаты? А смотрите, я загадала пончики, и мне сразу появились пончики. Это ли не чудо? Мои слова творят чудеса какие-то просто-напросто. Так, и пожалуйста, мне надо еще... Еще два мороженого. Ну, сейчас попробуем получить еще одно. Так, пожалуйста, мячик, отпрыгни в нужную сторону. Ну, еще разочек. Да нет, не туда же надо было прыгать. Фух, все, отпрыгнул в нужную сторону, и мы заработали наше мороженое, пирожное, пончики. Еще и все бриллианты собрали. Вот это чудеса! Это я крутышка-мартышка. Ой, какая же я мартышка. Это просто крутышка. Так, а это что за бутерброд с авокадо, что ли? Не, я такое, если честно, не очень люблю. Это, мне кажется, как-то так себе. А вот пончики и мороженое. Это вкуснямба. Это очень вкусно и сытно. Кстати, если ты тоже любишь всякие сладости, обязательно лайкосики нажимай. Ой, мячик куда-то делся. Исчезновение мячика произошло. Так, у меня 4 этих, и мне надо собрать еще собрать хлебушки эти. Хлебушки мои драгоценные, неситесь ко мне. Есть. Собрались все. Ну что, слишком долго проходим. Для того, чтобы открыть комнату, надо прям целую вечность как будто бы проходить. Кстати, смотрите, у нас теперь какой-то уровень с полезностями. Яблочки, лимончики, все дела. О, класс. Давай попробуем вот сюда еще забабахать. И, кстати, здесь появились камни. Они помогают нам, чтобы у нас отбивались наши... Фух, успела. Чтобы наш мячик от них отбиваться, в общем, мог. Так, а это что такое? Это что, сыр? Сыр и яблоки? Странное сочетание, мне кажется, но пусть, ладно.
Как скажете, сыр с яблоками, так сыр с яблоками. Дайте только мне все собрать. И мячик улетел. Ну, как всегда. Как всегдашечки, мордашечки. Так, что мне сделать-то дальше? Давайте, мне нужны яблоки. Ой-ой-ой-ой. Так, еще три. Давайте попробуем в эту сторону закинуть наш мяч. И осталось одно яблочко. Сейчас сделаем. Ой-ой-ой, неправильно сделала. Неправильно жешь. Ладно. Хорошо, что у меня есть запасной мячик. Фух, смогла, смогла, смогла. Мне так хочется какой-нибудь предмет новый открыть, что прям я вся в нетерпении. Потому что, ну когда же у меня откроется что-нибудь новенькое? Очень же интересно, что там за комнаты новые появятся. Или может быть еще какие-то интересные штуки-дрюки. Может быть еще предметы какие интересные. Очень уж хотелось бы что-нибудь открыть. Да что ж ты будешь делать-то? Вы видели, как мой мячик промахнулся? И сейчас снова? Нет, не снова. Фух, сейчас хоть не промахнулся, зато бриллианты собрали. Кстати, у меня бриллиантов уже достаточно много должно было накопиться. И непонятно, куда их можно будет тратить. Я пока еще не очень разобралась. Я вот только всех куколок открыла, потому что открывать кукол – это мое самое любимое. Я вообще люблю играть в кукол Лол, мне кажется, их приятно открывать, что никогда не знаешь, что там попадется. И такой весь в нетерпении, в ожидании в каком-то, что ли. Так, ладно, давайте лимончики, нам яблочки надо. Все, 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 еще одно яблочко. Яблочко возьмись, пожалуйста, яблочко. Так яблочко мне надо, не лимон. О, нет, опять не попало. Да что ж ты будешь делать-то? Что за мяч такой промахнущийся кин? Он почему постоянно промахивается-то? Ну что, мы почти открыли коробку новую. Надеюсь, там будет новая комната, а не что-то неинтересное. А то, ой, кажется... Что, простите? Я промазала вот так вот? Вот это вообще законно, нет? Так вот промазывать это вообще незаконно. Так, здесь мы все собрали, отлично. В целом не так все плохо, как казалось. Давай попробуем вот сюда вот так вот сделать. А, зря. Ладно, а если так, и... Божечки, макарошечки. Эти камни, мне кажется, они мне мешают. Они реально мне мешают. Что? У меня закончились ходы. Но это нечестно. Так, давайте-ка вернемся. Что у нас? Подарков не появилось? Очень жалко, знаете ли. Так, ага, мы можем открыть вот эту комнату, я так понимаю, что за эти подарочки. А с той стороны у нас что? Бриллианты валяются? С бриллиантами это, конечно, прикол. Ага, здесь мы можем любую комнату открыть за подарки. Но почему-то нас предлагают... Ага, нам надо проходить. Ну ладно, давайте попробуем. А давайте попробуем вот в эту игру. Вдруг там какие-то новые задания появились. Так, платье короля... Я думаю, что нет, отлично. И, кстати, я английский не очень знаю и угадываю просто наугад, по-моему. Потому что, ну не знаю я. И что ж теперь мне делать? Так, ну пусть будет да. Пусть будет да. Отлично, отлично, отлично. И мне сердечко дали? Ой, я бы тоже лайк поставила. Мисс Бан? Это что за... нет, это было правильное название. Что за слова? Что за такое? Так, это нет, это точно нет. Да в смысле да? Это нечестно. Давай-ка еще разочек. Нас там осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы получить подарочек. А мне сегодня очень хочется. У меня прям какое-то подарочное настроение сегодня. Ой, то есть я опять не угадала? Да в смысле? Это что, у меня сегодня несчастливый день? Ну, давай да сделаем. Есть! Есть, я хоть что-то угадала. Я хоть... нет, это я думаю, что нет, это я думаю, что неправильно. Отлично. Все, кажется, удача повернулась в мою сторону. Мне кажется, что она все-таки... Да что ж такое-то? Как повернулась, так и отвернулась. I love rock? Да ладно, там вообще такого не было. Как это угадывать, ребята? Фух, ну давай еще разок, ну попробую. Конечно, я промажу. Конечно, это ж пати. Это я уже догадалась. Я уже догадалась, что там неправильно. Да в смысле анимал? Там дог был. Какой анимал? Танцы короля? Ну вот. Наконец-то! Есть. Если у меня появились куколки, значит, наверное, я добилась до подарочка. Ну-ка. Ладно, давай дойдем до конца. Пусть будет да. И посмотрим, попался ли мне новый подарочек. Потому что я прям с нетерпением жду, не дождусь, когда мне что-нибудь попадется. Желательно что-нибудь интересное.
Так, подарочек есть, отлично. И это... Это не комната, это просто подарочек. Вот так нечестно. Я расстроена. Ладно, хоть шарики какие-то летают, и в них можно лопать. Кстати, если лопаешь шарики, то появляются бриллианты. Ничего себе, такого не было. Ну-ка, ну-ка, тебе хоть понравилась качелька? О, я люблю качаться. Ну ладно, хоть тебе понравилась качелька, хоть не просто так я ее открывала. Ладно, ребят, а на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые видосики. А на сегодня все. Всем пока-пока.